Легким движением ковша и заснеженная улица превращается в вычищенную, а обледенелый бордюр становится чистым. В местах, куда не может пробраться тяжелая техника, орудуют дворники. Так реализуется новая совместная работа домоуправляющей компании Нижегородского района и департамента дорожного хозяйства. После того, как дуг очистит придомовую территорию на улице Усилова, снег вывезут дорожники. Значит, старого переваливания куч снега с участка на участок больше не должно быть. Проверяет качество уборки придомовой территории специальная комиссия из городских депутатов, дорожников и представителей дугов. Было проведено ряд встреч с управляющими компаниями с ТСЖ. Мы нашли компромиссные вопросы в части взаимодействия и организации работ во дворовых территориях. Основные проблемы были во дворовых территориях и местных проездах. На сегодняшний момент, я так понимаю, мы все это решили и будем уже планово работать. Схема взаимодействия изменилась, и результат налицо. До этого момента много таких было случаев, когда снег гоняли друг другу. То есть этот проезд получался часть проезда муниципальной, часть проезда домоуправляющей компании. Порой никто даже, это из тех, кто за рулем сидел трактора, не знал, чья это территория. Вот, это было в комплексе, вот эти вопросы решены. Сейчас и муниципальные предприятия помогают по вывозу снега, вместе взаимодействуют, выталкивают снег со дворов, и тут же муниципальные предприятия подхватывают этот снег и вывозят на свалки. По новой программе улицы начали убирать с 1 января. Также в этом году заключено большее количество контрактов с дорожными организациями. С 2017 года город убирают 16 подрядчиков, на 3 больше, чем в 2016. Кроме домоуправляющих компаний, в новую схему включаются и ТСЖ, говорит глава Нижегородского района Игорь Согин. Так, из 110 товариществ его района 37 ТСЖ уже включаются в новую схему. Мы сейчас ведем переговоры по территориям, которые будут закрепляться за ним, потому что есть тупиковые проезды именно жителей этих ТСЖ, именно к этим домам. И совершенно логично было бы, чтобы они это все взяли на себя, эту уборку. Но я думаю, что в ближайшие там неделю-две мы эту работу завершим, но она не будет финальной, потому что она будет идти постоянно. Я думаю, что эффект будет. После Нижегородского района комиссия отправилась осматривать дворы Советского района Нижнего Новгорода. Ситуация аналогичная. Проезды во дворах вычищены, тротуары посыпаны. Горожане уже замечают перемены. Сейчас во дворах последние несколько дней буквально заметно стало лучше. И вот с санками, там, с колясками можно проехать. То есть мне гораздо больше нравится, как сейчас стали убирать. Намного все почищено стало, все убрано, чистый асфальт. Все замечательно, классно. За новогодние праздники с городских улиц было вывезено 29 тысяч кубометров снега. Ежедневно с каждого района на свалки отправляется от 2 до 5 тысяч кубометров. Для сравнения, в кузове одного КамАЗа умещается до 16 кубов. Многие задаются вопросом, если стали убирать лучше, значит, это может обернуться повышением тарифов для нижегородцев. Никаким образом на жителях эти объемы не отразятся, потому что есть тарифы, и эти территории, стоимость уборки этих территорий будет оплачивать подрядная организация администрации по договору субподряда. Плановая уборка снега будет продолжаться в Нижнем Новгороде до середины апреля. Олег Лавров, Владимир Гайдай. Объективно. ННТВ.